ряд проектов, о которых сегодня здесь также будут говорить наши коллеги, совместно с которыми мы ведем эти инициативы, зародился у нас достаточно длительное время назад. Связано было это с тем, что мы получили запрос от своих производственных подразделений в части сквозной автоматизации процесса геологоразведки. Идея заключалась в том, что нам было необходимо автоматизировать процесс геологоразведки от поля до финального отчета. Соответственно, на тот момент достаточно широко на нашем рынке были представлены заграничные решения, тем не менее, уже на тот момент мы стали изучать рынок в части отечественных решений, которые представлены, которые мы можем использовать. Мы столкнулись с тем, что обнаружили на рынке достаточно большое количество уже готовых коробочных продуктов, которые при должной интеграции с друг другом действительно позволили бы нам решить эту задачу. Соответственно, начав работать с этими продуктами, мы познакомились с рядом коллег. Здесь, соответственно, наступил период, когда мы все уже действительно начали думать об импортозамещении, не о какой-то инициативе, а как о первоочередной необходимости. Соответственно, мы как Росгеология попали в список организаций, которые должны быть импортозамещены целиком к началу 2025 года. Соответственно, этот факт очень сильно дал сильный импульс этой работе. Мы отсмотрели уже немножко по новому рынок, потому что у нас появились меры поддержки со стороны государства. Мы на текущий момент ведем два проекта в рамках грантовой поддержки совместно с Эрфрид. Наши проекты входят в перечень особо значимых, контролируемых правительством за председателем господином Мишустином. Какая работа ведется в рамках этих инициатив? Здесь присутствуют коллеги, которые с нами совершают эту работу, это компания АГР, коллеги из Геомикса, это те два решения, с которыми мы идем. Мы, по сути, на текущий момент занимаемся тем, что ландшафт, у нас представлен, наверное, правильно на этом слайде, да, здесь отрисован и бизнес-процесс, от поля, где мы собираем геологические данные, то, как мы хотим их хранить, то, как мы хотим их обрабатывать, то, какой результат мы от этого хотим получать. Соответственно, мы в рамках этого бизнес-процесса нашли ряд решений, которые позволяют нам, как я уже говорил ранее, сквозным образом автоматизировать этот процесс. Но мы столкнулись с тем, что каждое решение, оно, скажем так, обособлено, оно закрывает какой-то конкретный участок этого бизнес-процесса, и, скажем так, была проблема с их хорошей, плотной сквозной интеграцией. Соответственно, наверное, это одна из основных задач, которую мы решаем в рамках именно построения общего глобального ландшафта автоматизации этого процесса. Тем не менее, как бы это не единственная задача, которую мы решаем. Мы также развиваем те решения, которые входят в пул наших задач согласно требованию рынка и, скажем так, всех участников этого процесса. Для этого были созданы так называемые ИЦК, в рамках которых и ведется эта деятельность. Соответственно, мы представляем ЦК «Недропользная геологоразведка», возглавляет который Сергей Николаевич Горько. Соответственно, в рамках автоматизации данного ландшафта мы, скажем так, рассматриваем не только те программные продукты, которые работают в поле, например, такие, как вот представляют нам коллеги из АГР, которые позволяет нам описывать, документировать первичный геологический материал, следить за тем, как ведутся работы в части бурения, сбора данных. Коллеги представляют возможность
уже на текущий момент следить за этим в онлайне. Также есть интересные нам решения с точки зрения организации электронного кернохранилища, что также очень сильно повышает и прозрачность, и удобство работы с той информацией, которую мы собираем в первичных полях. Это достаточно большие возможности по работе с лимсами, маркировка первички и ее дальнейший учет и, соответственно, прием результатов. И также, если дальше говорить о бизнес-процессе, коллеги предлагают достаточно простые решения по интеграции с Росгеофондом, в рамках которых мы в электронном режиме уже можем загружать туда наши отчеты. Далее, с точки зрения общего бизнес-процесса, это, конечно же, обработка, оценка, как правильно геологически сказать, я дико извиняюсь, я не профильный геолог, я профильный айтишник, но, соответственно, нам необходимо оценить запас. Да? Соответственно, для этого здесь мы применяем решение GeoMix, это решение, которое во многом нам на текущий момент нам, кроме геологии, позволяет заместить такие продукты, ушедшие с рынка, как микромайн и прочие из этого класса. Соответственно, также здесь мы провели достаточно большую работу с точки зрения доработки этого решения в части его интеграции с другими, скажем так, информационными источниками. Здесь имеется в виду как и зарубежные решения, повторяюсь, ушедшие с рынка, данные из которых мы должны уметь обрабатывать в этой системе. Поэтому как бы один из основных, или, так сказать, важных для общего ландшафта автоматизации процессов, это как раз-таки поддержка всех форматов данных и зарубежных ушедших решений, и открытых форматов данных. Помимо этого, с точки зрения автоматизации, мы также работаем над системами, которые нам позволяют контролировать, прогнозировать, даже в какой-то части модерировать сам процесс геологических работ. Что имеется в виду? Соответственно, у нас используется для этого стек решения 1С, в рамках которых мы ведем все необходимые, ну, скажем так, планы работ по работам на наших участках. Помимо этого, мы, поскольку имеем достаточно большой исторически наработанный базис по фактическому исполнению тех или иных проектов, мы имеем возможность загружать в эту систему данные о том, как у нас велись проекты. И, скажем так, эта система может, помимо того, что позволяет там контролировать сроки, необходимые объемы и темпы работ, но и поднимать руку в случае, если она видит какие-то неувязки. Чуть упрощу. Например, у нас есть объект, мы понимаем, что в нем есть такое количество техники, такое количество людей, такое количество топлива и вот такие темпы работ. На основании данных, которые у нас есть относительно предыдущих выполненных проектов, мы, например, понимаем, что если эта техника будет работать в таком темпе, на таком объеме, то объем топлива у нас закончится через 3 недели, а фактически в своих системах мы видим объем топлива на 2 недели и понимаем, что процесс поставки, до поставки топлива на объект составляет свыше 4 недель, например. Да? В этом случае система может поднять руку и сказать о том, что есть критическая нестыковка, просьба обратить на это внимание. Относительно экономического и эффекта проделанной нами работы, сразу скажу, что это на текущий момент оценочные значения, на тот момент, когда мы закроем год и сможем подвести конкретные итоги тех проектов, которые сейчас выполняются, мы сможем об этом там докладывать и с большей долей
уверенность. Сейчас, повторюсь, это оценка приведена перед вами на слайде, которая получена путем расчета, скажем так, увеличения общей производительности труда и понимания текущих капексов на каждом из проектов. Соответственно, о чем еще хочется сказать в завершении, да, что те инициативы, о которых я вам сейчас так бегло рассказал, это не какая-то там планы или еще что-то. Соответственно, решение коллег, с которыми мы ведем проект в рамках ИЦК, уже внедрены в наш производственный контур. Они используются как решение АГР, так и решение Геомикс. Причем нас здесь очень жестко контролируют и коллеги из РФРИТА, которые финансируют этот проект, так и мы отчитываемся непосредственно в рамках деятельности. Те системы, которые мы разрабатываем в рамках нас, такие как 1С и портальные решения, ну, понятно, что здесь это больше наша инициатива, но, наверное, могу об этом сказать, эти данные с этого портала, результаты работы этой системы и основные метрики у нас, например, на еженедельных оперативках генерального директора обсуждаются, представляются именно непосредственно, скажем так, жизнедеятельность холдинга, да, постоянно используют эти инструменты. Наверное, у меня на этом все. Слишком кратко, извините. Михаил, спасибо большое. Вот скажу вам честно, да, вот на мой взгляд, компания Росгеология, да, и вот эта коллаборация с компаниями разработчиками, это очень отличный пример. Экономится, да, и как и ресурсы, и время, да, и финансовые бюджеты в том числе, да, когда мы идем в импортзамещение, да, уже на каком-то, на базе какого-то технологического стека. И вот у меня вот такой вопрос, да, вот понятное дело, что сейчас вот в этот процесс импортзамещения рождает все новые продукты. Вот мы все-таки это все делаем только для внутреннего рынка, либо у нас все-таки есть какой-то и экспортный потенциал на внешние рынки? Смотрите, здесь, наверное, ну, тогда чуть откачусь назад, да, в тот момент, когда организовывались ИЦК и был конкурсный отбор проектов, которые будут финансироваться правительством и РФРИ, это был один из критериев отбора. То есть коллеги были готовы брать и рассматривать решения, которые находятся, во-первых, что самое главное, на достаточном уровне зрелости. Да, то есть это должны уже были быть решения, которые уже присутствуют в рынке и требуют доработки и расширения функциональности согласно требованию рынка. И второй там, третий немаловажный фактор, это как раз-таки возможность их масштабирования как в нашем рынке, так и на зарубежных рынках. Поэтому, да, уже сейчас можно точно сказать, что, ну, коллеги из АГР активно продвигаются на рынок, на наш, на зарубежный. Коллеги из Геомикс также имеют эти планы на 2024 год. Помимо этого, ну, скажем так, наши инициативы складной автоматизации достаточно активно интересуются коллеги из стран залива. Тут я больше шире сказать не могу, но отлично, с такой формулировкой. Это хорошо. Спасибо вам большое. Давайте поаплодируем.